Продолжаем выпуск. Федоровский район – лидер в области по итогам уборочной кампании. Сельскохозяйственный год для земледельцев этого района завершился довольно успешно. Аграрии собрали 500 000 тонн зерна. Помимо этого, федоровцы отличились и в выполнении животноводческих программ. Для федоровцев этот сельскохозяйственный год сложился весьма благоприятно. Район вошел в число лидеров по выполнению животноводческих программ «Алтын-Асык», «Кулан» и «Сыбага». По программе «Антымак» были созданы 4 сельскохозяйственных кооператива молочного направления. Развивается также и производство растительных масел. По этому направлению в Федоровском районе работают 3 цеха. Кроме того, в селе Копыченко строится инвестиционный проект «Топромбала-7» – завод по производству рафинированного растительного масла стоимостью 1,8 миллиарда тенге, производственной мощностью до 7000 тонн растительного масла в год. Реализация данного проекта послужит улучшению благосостояния сельских жителей, росту объема конкурентоспособной продукции местных производителей, созданию новых рабочих мест, увеличению экспортного потенциала района. В этом году земледельцы района собрали 500 000 тонн зерна. Третья часть собранного урожая в районе по праву принадлежит подразделениям товарищества «Иволгахолдинг». Чтобы добиться таких результатов, люди работали на полях круглосуточно. С весны до осени круглый год в поле. С утра до ночи, поэтому сама за рулем. И, короче, как все крестьяне. День и ночь. Ну, такова наша доля крестьянская, поэтому работаем, стараемся, получаем отдачу. Посевная кампания завершилась. Теперь время пожинать плоды. День работника сельского хозяйства поздравили передовиков и тех, кто отличился добросовестным трудом. Комбайнер Виктор Паланчук в этом году показал лучший результат, намолотив 3400 тонн зерна. За рулем комбайна Виктор Паланчук уже 20 лет. О своей технике он знает все. Почему их и легче работать? Потому что уже знаешь все. Что вот любая поломка, уже знаешь, как сделать, как обратиться. Комбайну, запчасти менять, все это делаешь, ремонт. Я с ним разговариваю даже иногда, приходится, потому что, чтобы не ломался, чтобы слушал. Я его слушаю, он меня слушает. Вот и идет работа, и все. В этом году урожайность в Федоровском районе составила 16 центнеров с гектара. При этом есть хозяйства, которые добились показателя свыше 20 центнеров с гектара. Среди них товарищество «Запасы», «Трояна» и «Светлый Жаркаль». Диара Хмечин, Динара Абдирова, РТН. Хороший урожай, приплод на животноводческой ферме и успешный опыт в диверсификации посевов. Сотрудники подразделений «Иволгахолдинг» Денисовского района подводят итоги сельскохозяйственного года. По традиции, самых ответственных и трудолюбивых работников наградили грамотами и заслуженными премиями. Подробности в нашем следующем сюжете. Игорь Сотник в товариществе «Камышна» работает бригадиром с 2008 года. Бригада состоит из 25 человек. В обработке команды находится 15 тысяч гектаров земли. За время своей деятельности зарекомендовал себя трудолюбивым и старательным работником. Вспоминая уборочную этого года, Игорь Сотник говорит, не обошлось без трудностей. Но свою работу выполнили в срок и качественно. Погодные условия, да, были хорошие, помогли вовремя нам закончить уборочную кампанию. Собрать хороший урожай. Ну и отправились потом в командировку Денисовская, вот помогали им в уборке. И на этом закончили свою уборочную кампанию. В этом году в Денисовском районе подразделениями товарищества «Иволгахолдинг» засеяно 90 тысяч гектаров пшеницы. Выращивают аграрии другие культуры – горох, овес, ячмень. Результаты уборочной кампании, говорят в Денисовке, пусть и не рекордные, но все же хорошие. В целом по региону пшеницы взяли около 12 центнеров. По нынешнему году, и я думаю, с нашим качеством это неплохой урожай. Овес у нас дал до 26,6 центнеров, ячмень 18,8 центнеров, горох 13,3 центра гектара. Кроме растениеводства в Денисовском районе активно занимаются и разведением скота, мясопереработкой. Подводя итоги очередного сельскохозяйственного года, всех, кто трудился на родной земле, из-за их добросовестный труд и высокие показатели наградили грамотами и денежными премиями. В списке награжденных сотрудники товарищества Денисовская, Тобольская 1 и Камышная 1. Ярослава Богатырева, РТН, Денисовский район. При содействии телекомпании «Акцент». Для
Для кустанайских дамбристов провели мастер-класс. Секретами виртуозной игры на дамбре поделился представитель мангистауской школы Кюя сержант Шакрат. На мастер-класс съехались музыканты из всех районов Кустанайской области. На уроках дамбристов побывала и наша съемочная группа. Мульдар Абдуллина дамбру в руки взяла в 6 лет. Интерес, как делится она, возник именно в том возрасте. Сейчас Мульдар, как профессиональный преподаватель, обучает детей по классу дамбра. И пришла на мастер-класс с одной целью – открыть для себя что-то новое и поделиться познаниями с учениками. Я считаю, что именно дамбра – один из самых интересных инструментов именно в казахском музыке, так как здесь, как говорят, одна палка, две струны, но не так уж просто на нем сыграть, именно действительно что-то такое интересное, чтобы прямо аж завлечь слушателя. Ну и детям, я считаю, что это как бы продолжение казахской традиции. Завлечь слушателя игрой на дамбре действительно сложно. Это отмечают участники мастер-класса. Сегодня известный кюши сержант Шакрат рассказал музыкантам секреты виртуозной игры. К слову, сержант Шакрат – один из лучших дамбристов страны. Он воспитал не одно поколение музыкантов. Сам кюши из Мангистауской области. Поводом посетить Кустанайскую землю стал предстоящий республиканский конкурс дамбристов. Насколько я знаю, в Кустанае впервые проводится такой республиканский конкурс дамбристов. Почему первый, я думаю, потому что раньше дамбре не было уделено внимания. Благодаря руководству управления культуры будет первый праздник дамбры в Кустанае. В Кустанае республиканский конкурс состоится 2 и 3 ноября. В нем примут участие 23 дамбриста со всего Казахстана. Алексей Базарнов, Динара Абдирова, РТН. И это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. До свидания.